Полуторагодовалому мальчику из Кызылорды требуется помощь казахстанцев. У Адията Муратбек проблемы с развитием. Последствия спинномозговой грыжи привели к атрофии всех конечностей, мышц, глаз и прогрессирующей анемии. Ребенку срочно требуется операция за рубежом. Стоимость лечения 20 тысяч долларов США. Таких средств у семьи нет, поэтому местные волонтеры организовали необычную благотворительную ярмарку. Она пройдет 25 января. Все собранные средства будут переданы семье Адията. Тему продолжит Райхан Тажибаева. Врожденная спинномозговая грыжа, внутренняя гидроцефалия и целый список других серьезных медицинских диагнозов. В итоге две операции, атрофия всех конечностей и слепота. У полуторагодовалого Адията сейчас бесперебойно работает только его маленькое сердечко. Постоянно температура поднимается, вся проблема в головном мозге. День ото дня болезнь прогрессирует. Сейчас в ногах совсем нет жизни. Вот видите, он такой худенький, ничего не ест. Да и кормить его уже боимся. Ничего толком желудок не переваривает. Казахстанские врачи Адияту помочь не могут, но вернуть здоровье малышу обещают израильские специалисты. Операцию необходимо сделать до достижения им 3-летнего возраста. Иначе будет поздно, говорят врачи. В данный момент состояние ребенка оценивается как тяжелое. Мальчик почти ничего не ест. Ниже пояса все органы атрофированы. После рождения получал лечение в областной детской больнице. Его дважды оперировали в Астане, в Республиканском научно-исследовательском центре нейрохирургии. Сейчас ему вновь требуется срочное лечение. 5 месяцев ожидания очереди на лечение в Республиканском реабилитационном центре матери ребенка. Далее оформление квоты за рубеж. Сколько на это уйдет времени, никто не знает. Но последнего, как видно, у Адията нет. На кону жизнь. Поэтому друзья и близкие семьи при поддержке открытой волонтерской группы «Дари добро» намерены провести благотворительную ярмарку. В ней смогут принять участие все желающие. На прилавок попадет все. От сувениров ручной работы до домашней выпечки и детских поделок. Вырученные средства будут переданы семье мальчика на дальнейшее лечение. Райхан Тажибаева, Канат Инсибаев, Руслан Айтмамбетов, Кызылорда.